запишу кусочек. Всем привет. С вами канал Art Money. Иду я домой с магазина. Третьего магазина. Уже три ходки сделала. Фикс прайс, пятерочка, перекресток. Сегодня купила карту Женьке в подарок. Ну, подарю. В магазине писать не стала. Не знаю, все видели, наверное. Все одинаковые. В магазине. Сейчас запишу вам, что купила. Покажу. Такое все желтое. Так, я дома. Прогулялся я по магазину. И купила кое-какие продукты. Хочу поделиться с вами, показать их. Купила я вот такую вот копченую курочку. А вышла она где-то мне здесь 780 грамм. 30 рублей за 100 грамм. Вышла где-то в 200 с лишним, 250, по-моему. Когда-то очень давно мы с Женькой очень любили их и покупали очень часто. Вот. И купила. Захотелось мне вспомнить молодость, как мы с Женькой их кушали. Так, это я была пятерочки. Пятерочки я купила свои любимые конфетки «Живинка». Две штуки. Две пачки, вернее. Так. Купила я вот такую конфетку «Несквик». Это я Диме купила. А знаете, я только недавно подумала, что у меня ребенок еще ни разу не ел конфеты, шоколад. Ребенку 3,5 года уже будет в середине января. А, блин. Короче, я решила ребенку подготовить маленький такой небольшой пакет со всякими сладостями, вкусняшками всякими. Вот туда зайдет конфета вот эта. Так, пойдет туда сок. Вот такой вот. Он любит такие всякие соки. Вот еще с бананом. Ну, просто брать и покупать, допустим, Баунти, там, Сникерс, там очень много химии. Мне не хочется. Мне не хочется, скажем так, чтобы он ел всю эту гадость. Мне хочется, чтобы он питался более, такими продуктами, составом более нормальным. Вот. И туда у нас войдет вот такая халва. Там тоже, в принципе, более-менее состав нормальный. Там, по-моему, сейчас я даже покажу. Ну да, там состав довольно хороший. Там патока, тра-та-та. Видно, надеюсь, вам. Такое вот, ну, нормальное. Халва, он хотя бы, он ни разу в жизни не пробовал халву. Он шоколад ни разу не пробовал. Ну, пробовал там в тортике. Торт он пробовал, знает торт. Вот. Так, это пятерочка. Пятерочка я купила еще вот такую вот себе вкусняшку, не знаю. Хочу попробовать черную смородину. Мне очень тянет на черную смородину. А тут рябина и яблочко. Ягоды и фрукты. Ну, хорошо хоть с ягодой и не овощи. А то как бы было это. Хочу попробовать. Она стоила 34 рубля, по-моему. Вот. Также купила вот такие сырки. Давно уже хочу сырочки покушать. И решила вот купить себе. Вот. Ну и, конечно, наггетсы. Их я, наверное, сейчас положу в этот морозилку. Мы с вами, кстати, пробовали такие в прошлый раз. Не помню, какая компания. У них у всех желтая, поэтому я не знаю. Так, куриные с ветчиной. Вот. На них была акция, поэтому их быстро забирают. Там что-то 80 рублей, что ли, всего. Надо будет завтра пойти еще взять. Пускай будут, потому что вот так вот, когда просто лень устал, лень готовить, вот их вытаскиваешь, разогрел просто в микроволновке, и все супер. Так, дальше я пошла в перекресток. А я еще была сегодня в фикс прайсе, но не буду вам показывать, какие покупки я взяла. Наверное, это буду делать с отдельным роликом, потому что у меня уже покупки фикс прайса уже очень давно, по-моему, я не снимала. Последний раз, наверное, прошлой зимой, что ли, или по весне. То есть вообще прям давно уже не было. Вот, отдельно засниму. Так, в перекрестке я захотела вот такой салатик. Там был салатик, и сверху лежала очень красиво селедка. И мне захотелось селедка. Но нет, она положила. Даже кусочек потом у меня еще забрала. Видимо, там больше 300 грамм получилось. Цена 88 рублей. И я смотрю, блин, тут селедки нету. Ну, конечно же, что я взяла еще и селедку. Купила себе. 150 рублей она стоила. А, нет, не так вам показываю. Вот так. Вот какая-то. Не знаю, уже нарезанная, без косточек. Я хотела нарезанную кусочками, но не нашла.
Вот, не знаю. Надеюсь, там будет вкус селедки, потому что как-то до этого я покупала, там был не вкус селедки, там была какая-то гадость просто покупная. Так, купила я такой мармелад. Что-то мне мармелад очень сильно захотелось. И был с черной смородиной. Долго думала, брать, не брать. Думаю, что я всякую фигню покупаю. Потом думаю, ладно, возьму. Так, купила такой творожок, пестравка. Творожная масса с ванилью. Очень люблю такие творожки. Они как десерты, как какое-то мороженое для меня. Блин, я просто их обожаю. Также Диме купил я такие. Он никогда такие не ел. Блин, это так обидно. Я уже на кассе стояла, на них смотрела, думаю, блин, так обидно. Мой ребенок ни разу это не ел. Другие дети уже там с годика знают, что это такое. Он не знает. Короче, еще хочу третий докупить какой-нибудь. Не знаю, что там внутри, честно. Надеюсь, там что-нибудь нормальное будет. Вот. Видела, кстати, у Милки появились вот такие. Не знаю, может быть, от Милка один возьму. Может, такой киндер оставлю. Ну, возьму еще один, не знаю. Вот, купила вот таких у меня два, по-моему. Один я себе, другой Диме туда подложу. Какие-то конфетки. Состава, кстати, я, по-моему, не нашла. Вот. Киндер туда ему такой же еще купила. Мешочек. Получится такой у него красивый, хороший мешочек. Так, тут купила рахат лукум, это я себе и маме в подарок. Вот, подумала, что я подарю ей один чай, что чай еще осталось найти. Чай не нашла. Чай, кстати, был в Пятерочке продавался чай за праздник 8 марта. Видимо, в прошлом году часть не продали, достали в этом году. Хотела взять, потом смотрю, там 8, внизу марта. Блин, думаю, почему 8 марта за 50 рублей продается? Ну, типа, сейчас заранее покупать, что ли? Думаю, да ну нафиг. Вот, подарю маме такое рахат лукум, она любит такое тоже всякое. Так, купила я стаканчики, в прошлый раз я покупала еще, ну, покупала такие же стаканчики по 10 рублей, они, кстати, такие маленькие, по 100 грамм, 100 миллилитров там у них. Ну, когда нужно какое-то растение прорастить, они мне очень нужны. Две штуки я там покупала, еще купила две штуки, пускай будут. Так, это вот вторая такая же. Так, и... А, вот тут я купила Диме вот такую, она 50 рублей стоила. Не знаю, что это такое, тоже туда Диме пойдет. И вот такие вот купила еще. Всякие вкусняшки. Здесь она... Так, что у нас тут? Яблоко, персик, малина. Яблоко, банан, груша. И здесь яблоко, банан, клубника. То есть такие вот три разные. Тоже все сложу туда Димочке. Всякие такие вот вкусняшки. Также я, кстати, купила карточку. Карточку. Я в прошлый раз покупала карточку тоже, но я ее забрала себе. У меня была карточка в телефоне. И это оказалось очень-очень-очень неудобно. То она вылетает. То вот стоишь с этим телефоном, вот громоздким его держишь. Проще стоять с карточками и уже доставать, начинать рюкзак, сумку доставать. А вот с телефоном это так неудобно, оказывается. Я купила, хотела Женьке подарить, забрала ее себе. Сегодня вот купила Женьке, чтобы у него своя была карта. А здесь, представляете, какой номер красивый. Видите, какой номер. 0055. А у меня там что-то 3434. Ну, что-то здесь был где-то красивый. Короче, много нулей. Ну, ладно. Будет у него своя карта. Ну, кстати, очень легко делается. Так вот раз, вот так вот это вот вводится, и все. Я себе ввела, и все, у меня заменилось. 9000 баллов. Подарю ему на Новый год. И еще что-нибудь, наверное, к ней приложу. Ну, по-любому надо что-то приложить, потому что 9 рублей, за 9 рублей подарок это ни о чем. Также мне, кстати, дали наклейки, которые я потеряла, представляете? То есть она мне дала вместе с чеком, я взяла, и у меня что-то часть вылетела, упала. Причем упала туда вот, где продукты складываются, там было пусто. Я еще уходила, посмотрела, пусто. Я положила все это, подняла все это, положила в рюкзак. И дома прихожу, нигде нет этих наклеек. Блин, так обидно. Такую штуку подарила мне. Не знаю, может, они где-то здесь завалялись. Всякие там. Вот. От перекрестка вот такую штучку.
Старику. Сейчас мы, кстати, с вами посмотрим. И сейчас вот такие вот стали новогодние подарочки. Кстати, мне понравилось здесь вот ложечки вот такие детские. 5 наклеек собираешь и 489 рублей платишь. И вот такие вот берешь классно. Детские. Хотя у меня ребенок ест большой вилкой уже, может быть, даже. Я бы хотела взять, знаете, просто вот набор. Такой вот, одна ложка, одна вилка там и один нож. Хотя, может быть, вот это вот. А, ну вот, наверное, там 5 наклеек, вот, и полностью такой берешь. Прикольный такой он. Оригинальненький, наверное. Не знаю, фиг знает. Такой симпатичный тут. 1, 2, 3, 4, 5. Не знаю, где мои наклейки. Куда-то они, короче, улетели. Так, давайте сейчас вас вниз положу. Чуть прибавлю. И с вами посмотрим. Тут вот, не знаю, что это такое. Стирай слой, получай подарок во всех магазинах Барокко. Адреса на обороте. А, это вот они. Адреса Барокко. А что это такое Барокко? Что это такое? Это такое. Так, давайте посмотрим. 3000 рублей. Все, теперь я могу пойти в Барокко и сказать, так, у меня вот с перекрестка подарок. 3000 рублей вы мне должны. Три, точно, не 30 тысяч? Нет, не 30. Не знаю, что там может быть. Не знаю, не знаю. Надо, короче, подумать. Ладно, вот такой у нас с вами был обзор. Сколько там у меня вышло? 11 минут, да? И сейчас, наверное, мы с вами поболтаем. И покушаем. Не знаю, короче, это будет отдельным роликом, скорее всего, потому что получится очень длинно, а вы смотреть не хотите. На сегодня это все. С вами был канал ArtMania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.